Հեռանկարի հերթական թողարկումն է, դուք այսօր հեռանկարում լսում եք Նամի Միկոյանին, Գրիգոր Հարությունյանի դուստր, Հայաստանի Խորհրդային Հանրապետության առաջին քարտուղարի, նաև Անաստաս Միկոյանի հարսը, հայտնի ականավոր դեմքեր, իսկ այսօր Մոսկվա կինոթատրոնում ցուցադրվել է երկրորդ հանրապետության առաջին քարտուղարը վավերագրական ֆիլմ Արտյոմ Երկանյանի, այդ ցուցադրությանը հետևել է նաև Նամի Միկոյանը, Տիկին Միկոյան, հիմա Միկոյան ազգանունը, Միկոյանների ընտանիքը, գերդաստանը, դուք ինչ կարող եք պատմել այդ ընտանիքի մասին, այսօր ում հետ եք շփվում, ինչն եք ավելի վառ, ավելի պայծառ հիշում? Для меня эта семья стала родной, родной семьей. Я с большой любовью вспоминаю Анастаса Ивановича, человека удивительно теплого в домашнем отношении, дома. Он, конечно, был человек очень умный. Это я не трогаю сейчас рабочую сторону. В работе он был умный и хитрый, и дипломатичные, и все это ему помогало в его рабочей стороне. Но я беру сторону домашнюю, и в доме он был очень теплый. Он помнил проблемы каждого члена семьи. Нанак, мод харабирутюнер эн унецер, Григор Харутюнян и Евгений Микан. Че? Мод че. Мод че. Мен, ну, деловые отношения. И потому что я вышла замуж за сына Анастаса Ивановича, когда Григорий Алексеевич приезжал в Москву, он бывал у нас в гостях. Ну, таких отношений не возникло. Они были разные люди очень. Нет, взгляды, не было взглядов. Тогда никто не обсуждал свои взгляды так, чтобы... Ну, они говорили только так немного о делах. Так дружбы не было. Գիտեք դա ինչու եմ հարցնում, որովհետև 53 թվականին Ստալինից հետո, երբ Խրուշչովը որոշեց ազատվել Գրիգոր Հարությունյանից, Խրուշչովը Անաստաս Միկոյանի մերձավոր մարդկանցից մեկն է, նրանք շատ մոտ հարաբերություններ ունեին և ենթադրվում է, որ Միկոյանը կարող էր պաշտպանել Գրիգոր Հարությունյանին. Բայց դա տեղի չունեցավ, շատ զարմանալի է։ Չէ, զարմանալի չի։ Все тогда боялись. Все друг друга боялись. Բայց չկար արդեն Ստալինը։ Значит, не надо было портить отношения с Хрущевым. Так что это все непросто. Остаться в политике, как остался Микоян, это непросто. Я думаю, что ему надо было всегда взвешивать на весах, как себя вести. И он предпочел не включаться в эту проблему. 53 թվականին, երբ Գրիգոր Հարությունյանին ազատեցին առաջին քարտուղարի պաշտոնից, էլի շատ հետարքիր կենսագրություն է ունեցել նա։ Անգամ համաձայնվել է աշխատել Սովխոզի նախագահ, դուք պատկերացնում եք մեր իրականությունում այսօրվա ղեկավարները պաշտոնաթող լինելուց հետո, պաշտոնից ազատվելուց հետո հանկարծ աշխատեն գյուղապետ, այդպիսի բան հնարավոր չէ։ Բայց նա ասեց, «Я не родился секретарем ЦК»։ Он дома так сказал. «Я же не родился секретарем ЦК. Надо работать, я буду работать». Նա ուզում էր Երևանում մնալ, շարունակել ապրել, բայց չթողեցին։ Չէ, չթողեցին, չթողեցին, այդ շատ հետաքրքիր է, ինչպես այդ ստացվեց բոլորը, բայց նա մի օր ասեց ինձ հեռախոսով, որ արդեն մենք պիտի գնանք Թբիլիսի, նու մի ուր, բայց Թբիլիսի իրա համար ավելի մոտիկ, և որոշեց գնալ Թբիլիսի։ Թբիլիսի տունը կա։ Չէ։ Չկա։ Չէ։ Он обменял, ну как сказать, обменял, трудно
человек, который всю жизнь был на такой высокой работе, он не знает, как устроена жизнь. Что такое обменять квартиру? Он попросил кого-то из знакомых: найдите двухкомнатную квартиру в Тбилиси, я перееду туда. Нашли старую квартиру, какой-то жулик, который въехал в эту его удобную двухкомнатную квартиру. Ну, потом мы сделали там ремонт. Ничего. Он на это не обращал внимания. На кенцагани дежварутюннер эш керум, ерп азатвел эр артен парустонлиц. Он не очень обращал внимания на быт. А жена его настолько всегда все делала для него, что старалась, чтобы он не чувствовал трудностей. Տիկին Միկոյան, դուք Միկոյան ազգանունն եք գրում, այդ ազգանունը ձեզ օգնել է ձեր կյանքում? Չէ, չի օգնում. Ինչու՞, հայտնի մարդու ազգանուն եք գրում. Հայտնի, բայց այդ միշտ, ну, и меня, и моих детей это смущало, ինչպես ասեմ, это вносило, мешало жить свободно. Ведь дело не в фамилии, а дело в том, что ты такой человек, какой ты человек. Можно носить номер, а не фамилию, и тебя будут любить. А могут не быть фамилией Микоян, и никто не будет любить. А если здесь хангарель, чьи окна лайт азгану? Чьи окна? Чьи хангарель, бать, чьи окна? Чьи окна? Дук, стас намени майрнек, дай ласен, херустадитогин ворлавимана. Նայել տեսնում եք Նամին, ոչ թե Միկոյան։ Այդ էի ուզում հարցնել, էլի նույն սկզբունքով, էլի նույն մտավախությունն է նրան։ Այո։ Когда он еще был юношей, это было лет 17 ему было, он получил какую-то премию на гитаре своей и право на пластинку. И на пластинке написал Стас Намин, есть где этого. Берется эта пластинка, потому что у него в паспорте Анастас Микоян, Анастас Наминчи. Я удивилась, кто это такой пластинки Стас Намин. Он сказал: разве я не твой сын? Я сасцы ярки. Иск папика, инжаманак гидерет бана, я вас сасцет шатлава, урвесцетир уриша азгануна. Просто фанхар варклини, это диски враклини, а нас тас Микоян вагума. Дет писанцев. Стас, нам не капа Хаястан, ет, кажется, это айн чи, а это гэл пачарка? Ере веха, вровтев на айстех Ашхатумер. Он здесь работал в филармонии, это было после его удачного выступления в Сопоте. И тогда я решила, что он приедет в Армению работать не как просить что-то от Армении, а принесет уже удачу в Сопоте. Он уже приедет как, ну, получил какую-то премию. И здесь тогда был министр Гурген Аракелян культуры. Ушакуйте министры ехали. И он предложил Стасу сделать все, что он хочет. Вот фестиваль. Мечтал стать сделать фестиваль здесь, рок-музыки. И сделал фестиваль рок-музыки на Велотреке. Это Дук Ишумик. Яркий, яркий Ишумик. Но этот фестиваль вызвал страшную такую опасение у госбезопасности. Потому что иностранные корреспонденты приехали, узнали иностранные там какие-то газеты. И было письмо из КГБ, из Еревана на имя Черненко, Энжеманак Черненко. И там было написано, что вот он безобразно вносит вот в армянскую эту культуру, или в сегодняшнюю культуру, в советскую, западную, вот этот элемент. А американская газета написала «Ереванский Вудсток».
потому что он хотел хороший сделать концерт. Но после этого его выгнали из Армении, сняли с работы всюду. А если конфликт Мшакути на Харутян, это игр, те Ансангутян царапин? Нет, это был конфликт всех уже. Но это уже был конфликт на уровне Черненко. Да. После этого Стаса никуда не пускали вообще. Никогда. Он нигде дальше, где армия, где стояла армия, знаете, как это можно было. Лав, има уриш жаманак нерен, тикин микроин. На Цанкутюн чи айтном? На уни Цанкутюн. Его должны все-таки пригласить, наверное. Так сам не приедешь, у него... Ду каскацуме, квор Хаястана, Еревана лав кантуни, Микояни жарангнери. Лав кантуни, байц... Карохан Зангтал, Карохан Хравирел. Это же не просто мальчик, который не работает. Чиште кансу. У него театр большой, театру 10 лет. Вот сейчас я приеду в Москву, как раз будем отмечать 10 лет театру. У него ансамбль «Цветы», которому в прошлом году исполнилось 40 лет, и отмечали замечательно в самом большом концертном зале Кросс-Сити-Холл какой-то новый. Так что у него активная жизнь очень. Он не может встать и приехать. Он может приехать на один день. Вот здесь был фильм, который он делал о дирижере Дуряне. Вот он прилетел на презентацию фильма и улетел. Он больше не может. Ну, он делал фестивали в Америке 5 лет подряд, кинофестивали. Делал фестивали в Корее, в Китае, в разных странах. Таки, ну, Икоян, дук, дзер энтаника хайкакан пити хамарел? Чинац апруме крусакан мичавайрум? Хайкакан энтаник. Ерехан, торнер, шпумен? Чен хосум хайрен, чишнасад, байс згумен вар хайен. Մենք ձեզ առողջություն ենք մաղթում, Տիկին Միկոյան։ Շնորհակալ։ Մեր ողջունները Միկոյանների ընտանիքին, դուք Գրիգոր Հարությունյանի միակ ժառանգն եք ըստ էության, նրան հիշեցնող միակ կենդանի անձնավորությունը։ Իսկ Գրիգոր Հարությունյանի կարծեմ ծննդյան 110 ամյակն է նշվում, ճիշտ է։ Եվ ֆիլմն էլ հենց կարծեմ այդ նպատակով է նկարահանվել։ Ես շատ շնորհակալ եմ Արտյոմի Երկանյան, որ նա «Збавец Данов». И вообще меня привлекает, что новое поколение хочет узнать то, что было. Это приятно. Но, наверное, и дальше они будут узнавать новое поколение. Главное не забывать. Не надо помнить только Давида Сосунского. Что окольцунтас. Айспесинер, Перанакара. Նամի Միկոյանի մասնակցությամբ Գրիգոր Հարությունյանի դուստրը Հայաստանի խորհրդային հարաբերության առաջին քարտուղարի, ինչպես նաև ականավոր գործիչ Անաստաս Միկոյանի հարսը։ Այսքանը, աջողություն։